Мало кто из гостей праздника смог удержаться от участия в этом одновременно вкусном, веселом и полезном конкурсе. Все от мала до велика буквально выстраивались в очередь около столика, где проходил конкурс «Пьем без рук». Даже сложно представить, сколько в столь жаркий день было выпито этого освежающего напитка. Я хотела бы рассказать немножко о квасе. Квас – это брянд с пива. Это по-настоящему качественный, вкусный продукт. И несмотря на то, что присутствие в магазинах многих квасных федеральных брендов, Брянск пиво является лидером продаж на территории Брянска и Брянской области. Также, если у кого-то появится из молодежи желание посмотреть все этапы, как варится квас, мы всех приглашаем на наш завод. Дети и их родители с радостью участвовали в самых разных конкурсах. Победитель получал купон, который впоследствии можно было обменять на бокал освежающего кваса. Для самых активных гостей праздника специальный приз – сертификат на ужин на двоих в фирменном баре ОАО «Брянск пиво», который открылся по адресу улица 3-го интернационала, 5А. Кроме того, несколько победителей получили шанс побывать на экскурсии на предприятии, где можно будет ознакомиться с основными технологическими процессами квасоварения, а также продегустировать квас и другие безалкогольные напитки. По окончанию экскурсии каждый получает сертификат «Знаток кваса». Мероприятие – очень хорошая идея. Это популяризация кваса как напитка среди молодежи, который гораздо вкуснее, гораздо полезнее, чем те напитки, которые иногда, к сожалению, молодежь на среде имеют распространение, такие как пиво и так далее. Вот. Квас мог бы стать очень хорошим заменителем напитка для молодежи, и важно повышать популярность этого напитка, тем более брянский квас действительно классный, он очень вкусный. Это наша одна из знаменитых торговых марок. Очень хорошо, что у нас есть такой качественный продукт, который может и в том числе быть востребованным молодежью массово. С программой праздника, конкурсами и, самое главное, призами организаторы не прогадали. Уже через несколько минут после открытия спортивный комплекс «Путевка» стал центром развлечений и отдыха для большинства его жителей. Нам очень нравится, вообще весело, интересно. Мы помогали организовывать, сейчас мы просто с другом пришли. Сейчас участвуем вместе вот с малышами. Вон бутылки с квасом расставляли, бегали. Расставляли с квасом, бегали. С метелками прыгали, с ведрами, ну весело. В этот день все гости праздника смогли весело и, главное, с пользой провести выходной. Ведь квас от открытого акционерного общества «Брянск пиво» – путь к вашему здоровью и благополучию. Пришло время настоящему квасу вернуться в рацион людей, заботящихся о вашем здоровье. Екатерина Зодина, Максим Кузнецов. События, Брянский район.